Ну что, давай. А вот концепции места моего жительства. Ты очень часто ссылаешься на то, что ну вот ты через 2 года уедешь. Не сказал, что уедешь, а закончится учеба. Не уедешь. Не обязательно, что ты куда-то уедешь. Тебя это не грозит. Я не хочу уезжать. Значит, не уедешь. Конечно, надо что-то сделать. Вот. Как ты решишь что-то, и тебе дадут инструменты для достижения этого. То есть ты уже знаешь, что ты не хочешь уезжать, значит хочешь остаться. Если есть желание остаться, тебе пространство даст на твоих условиях то, что тебе нужно, чтобы остаться. Только ты должен дать ей условия. То есть я останусь. Но при условии, что у меня будет работа, у меня будет моя семейная жизнь счастливая и все необходимое для того, чтобы жить здесь, где я хочу. Или иметь то, что ты хочешь. Но на таких условиях. Все, тебе тут. Ты скажешь, просто остаться. Ну, остался бомжом. А ты же, нет, я хочу остаться, но при этом иметь то-то, то-то, то-то. Так и будет. А тут смотри, а ты мог бы взять и разбить это все и отдельно добиваться того, 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 чтобы остаться. Зачем? Понимаешь? Ты делаешь все, чтобы остаться, а это все оно идет так, так, параллельно. Оно не такое главное. Но тоже приятное. Все. Поэтому цель. Это должна быть большая картина, чтобы ее потом раздробить на маленькие и договориться, что я согласен на эти маленькие, а ты тут не надо. Все, все, все хорошо. То же самое здесь. Да, берешь воздух так. Гиря. Это элемент и стойка, кстати, дерево. Она такой, ты так на себя давишь. То есть у тебя вот взял вот так вот, вот как магнит, чувствуешь? А вот теперь не двигаем. А он такой. Такой. Так брать. И у тебя такое, такой раз, плотненький. Ну, шейку так ровненько, там ножки. Все. Все, и представь себе, ты обнял это дерево. Когда ты обнимаешь идею и давишь на себя, ты чувствуешь плотность, правильно? То есть оно не идет. И ты вместо того, чтобы держать руки, наоборот, их надавливаешь на себя. Представляешь, то есть ты сдавливаешь руки. Казалось бы, чтобы руки держать перед собой, их нужно поднимать. Использовать мышцы, которые заставляют их поднимать. А ты наоборот, ты используешь мышцы, которые заставляют их сжимать на себя. Включаются другие силы. То есть тебе уже не нужно держать руки наверху, думать о том, чтобы их держать. А тебе нужно думать, чтобы руки надавить. И у тебя уже не чувствуется вот этой, скажем, усталости в плечах, во всем остальном. Если чувствуется, значит, ты не прочувствовал этот магнит, это ощущение дерева. То есть ты подходишь к дереву, вот так берешь и так пум-пум. Все, и она у тебя вот этим стволом все держится. Причем ты не только ствол, иначе будешь просто дуб. А ты корни этого самого дерева. Видишь, оно пошел корень, потом раз, здесь второй, здесь жик. И ты такой раз, так, так, бум, так встал, раз, чувствуешь, раз, оп, все встал, стоишь, все здесь такое. И у тебя опять-таки ноги, они у тебя не поднимают тело. Они тебя, такое ощущение, как будто вниз вот так уходят. То есть ты уже ноги делаешь на расширение. То есть ты когда встаешь вот так, да, обычно что делаешь?
и держишь их. А здесь ты наоборот, ты их наоборот, наоборот расширяешь, раскрываешь. То есть делаешь упор на раскрывание ног, а не на закрытие. Когда делаешь на закрытие, устаешь. Когда делаешь руки на раскрывание, устаешь. На закрытие, наоборот, и получается, смотри, у тебя низ на раскрытие, центр на сжатие, а вверх, казалось бы, тебе нужно, тебе просто нужно пью, вот туда, и полетел. И у тебя как вот, вот этот ствол, пью, вот ты просто берешь, как дерево, ну, корни в стороны, руки на себя, а здесь получается канал такой, как вот этот ствол этой сосны, пью, вверх ушел. И он вообще не имеет конца, вот там такой поток. И вот здесь ты начинаешь дышать. Берешь вдох на ритм сердца. То есть взял, например, сколько? 5-6. И точно так же так. На 6 выдыхаешь. То есть все давишь. Здесь надавил, там расправил, здесь вытянул. Вот она энергия. От дерева. Вот она прям все. Все, сидишь. И что, когда теперь вдыхаешь, ты берешь горячую энергию земли. То есть там, подумай, там недра земли, там такой магнит находится, такой сгусток энергии, что он просто... И он в тебя входит, ты вот этот кипяток поднимаешь отсюда, вот как вот этот ствол, но ты не здесь ствол, ты и есть ствол. То есть вот оно движение, вот оно, и вот ты пошел, встал, стоишь, давай, давай, давай. Все, вот ты сам ствол, то есть ствол, вот он идет. Не здесь, то вдыхаешь и попробуй поднять оттуда, дотянуть до верха и вывести наверх эту энергию. Ты должен почувствовать, как лава в вулкане вот так поднимается наверх. Ноги раскрываешь, руки сжимаешь. Ну что, дошла до верха? Лава, кипяток, жар. Смог поднять ее? Насколько можно? Насколько можно? У меня туда улетело все уже там. Насколько у тебя поднялось в теле? До макушки поднялось. Все идет туда, постоянный поток. Да. Горячий, то есть идет, ничего не отстает, давление не падает. А как может не такой плотный? Вот, делай, чтобы он был плотный, чтобы он постоянный. То есть она не может вулкан идти, тишина, тишина. Он или как шарахает у лавы, или ничего не делает, или просто пукает. Так не бывает. Должно быть прям поток лавы. Чувствуешь поток лавы? Он... таким вот идет наверх, а ты вот прям в нем находишься. И такое тепло, оно вот по ушам, шее, вот все спина, оно прям таким теплом проходит, прям руки вот здесь прям чувствуется, прям оно прям пальчики счастливые такие, там такое оно, вот оно движение, вот оно, он вот, опа, ты закручиваешь так, опа, и оно все такое прям, вот он шар пошел, то же самое, вот, и оно вот все крутишь, оно все, вот так, и оно, и опять, оно так, вверх ходит, вот оно, раз, сел, оно наверх ходит, давай, ну, дошел, прокачал, нашел, идет постоянный поток. Я вспоминаю, что устало. Усталость?
Не, ну вот, вот в этой части. Чего там? Это такое напряжение. Ну потому что ты не давишь. Ты пытаешься держать плечи наверх. Вот я давлю. Ну, значит, недостаточно. У меня же такого нету. Так раз все. Оно будет выталкивать. То есть ты когда ты надавливаешь, оно у тебя спину туда выдавливает. Так, вау, так оно вдавливает в тебя. Попробуй обнять дерево, чтобы ты почувствовал. Попробуй дерево вдавить. Но теперь сейчас ты чувствуешь напряжение в этом месте? Наоборот, оно открывается. Надави, надави, вдави дерево в себя. И где? Чувствуешь, что какая-то напряженность? Вообще, наоборот, с левой стороны. Вдавливай больше. А ноги забыл. Ты просто висишь на руках. И ноги как корни должны туда уйти должны. А это сюда вдавливать. И надавил. Смотри, дерево сейчас будет пищать, не передавливай слишком. Хорошо, теперь вставай сам. То есть... Вот здесь. Да? Ну, все, там у тебя. Слева. Оно будет выгорать, понимаешь? Твой товарищ, вот этот дружочек, который там сидит, ему... Ай, не нравится, мне жопу жжет, говорит. Дави его, хорошо. А он там пищит. Понимаешь? То есть ножки поставил, так, одну подвесил. Вторую проверил, сюда вправо, влево, жу-жу-жу, раз по центру зацентрился, джу, ноги ушли наверх, сюда, все, сразу оно выстреливает, и чувствуешь, как тепло начинает подниматься. Прям вот так вот поднимается, как только лава так закипает, 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 оно так. То есть, понимаешь, откуда вот это движение, человек дышим когда? Вот оно. Потом. Дантянь. Раз. Дум. Раз, все оно такое. Все, ты в потоке стоишь. И чувствуешь, как это кипяток поднимается вверх. Это даже не кипяток, это, представляешь, это какие там тысячи градусов горения. То есть это жар планеты. Все твои вот эти заразы, они будут выжигаться. Вот этим их выдавливают, этим их выгоняют, этим. Но это же нужно ощущение себя. Это энергия там. Вот она пошла. Вот она, джум, джум. Вот так вот оно все, оно буквально заряжает. Оно все, вся рука так жух. Раз посуда прошел. Жух, вот так оно сюда. Опа, вот так. Жжум. Оно так. Оно так. Все, стоишь, ножки туда, это сюда, здесь все дышит, все хорошо. Да. Ты я стою, сейчас я развлекаю, сказки рассказываю. А так 20 минут постоишь, у тебя какие интересные мысли придут. О, сразу где выжигается. Где там что-то натянуто, натянуто. Сейчас ты отвлекаешься на меня. Вот это все значит. Бжу, кино. И все, и стоишь, крутишь. Вот оно. Так. Все, полетело. Надавливаешь. Потому что нужно долго стоять. Конечно. Медитация это 3,5 минуты. Это 4 часа. И когда ты стоишь вот так, и уже физическое тело начинает пищать, ты говоришь, это единственный момент, как я могу отдыхать. Все остальное, работа еще тяжелее. О, тогда начинаем все. Вообще, вообще так легко становится. Думаю, лучше я так постою, чем там что-то такое делать. Да, даешь давление. Как только у тебя начнется вот это ощущение, все, ты руки начинаешь раскидывать, поднимать и включать мышцы. А тебе нужно, наоборот, сдавливать. То есть
Вот оно. Оно вот ты вот, нагнетаешь. Вот, оно идет давление, оно прям, вот оно все, все. Посмотри, она вся идет рука. Она не расслаблена, она напряжена. И она в таком напряжении, эта энергия, этот дум. Все, и у тебя тело, казалось бы, в натяжении, напряжении, а оно расслаблено. Но при этом состояние, то есть такое, не киселя. У тебя все, 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 вот, вот оно все, вот так, оно прям все тело, как струночка, так. Поэтому, например, стиль янь, тайчи делают медленно, переходят, то есть вот, а стиль чэнь, они уходят сюда, так, раз, так. И опять раз, вот так. И опять так. Я сюда раз, и опять так. То есть все, ты как будто они ощущают, как встряхиваешь. Да, то есть ты вот бьешь так. Вот оно, вот оно. То же самое. Раз. И оно все мягко так. Раз опять. Опять стал. Опять ее чувствуешь. Опять раз. Шире. Раз так. Бум. Раз. Так. Все стоишь. И ты ноги туда раскрываешь. Это сюда надымаешь. Потому что если ноги ты будешь сжимать, очень быстро устанешь. А туда ты. Смотри. Ноги что делают? Ноги заставляют тебя вставать. Поэтому их нужно туда упирать. Как у две палки. Ставим вот так. И как, чтобы они стояли? В распорке. Все, стоим. Они распираются, они не пытаются собраться. Они, наоборот, пытаются разобраться. И вот то же самое ножки. Жух. А здесь другая система. Здесь невозможно держать их. Наверху нет ничего, чтобы тебя их держало. Поэтому структуру лучше собрать. Вот ее собрал. Бум. Здесь много что ее тянет вниз. Все, надавил. И как только ты все это сделал, у тебя автоматом выходит такой столб энергии. И осталось сконцентрировать свое дыхание и энергию, то есть на поднятие этой энергии. Ты ее не сможешь сам поднять. Ты сможешь сконцентрироваться, чтобы ее начать чувствовать. Сам энергию ты не двинешь. А вот чувствовать ее, в каком направлении движется и подстраиваться под нее. И тогда ощущение совершенно. У меня вопрос. На вдохе мы поднимаем энергию, вот, допустим, до уровня головы. Тебе нужно не только до головы, тебе нужно направить ее туда. Вот, а на выдохе мы ее толкаем дальше вверх. Нет. Или мы за вдох ее сразу просто поднимаем. Пока поднимаем. Нет, ну а как дыхание с движением, или она всегда вверх, только вверх? Только. Что вдох, что выдох, она всегда вверх. Всегда. Вниз она, а вот, ну... Мы туда дойдем. Нет, просто что на выдохе делать? Потому что на вдохе вверх, да. Она пошла, а на выдохе... На выдохе точно так же держи ее, чтобы она продолжала подниматься. А-а-а. Ты же вот дыхаешь, выдыхаешь, она все равно, речка течет. Ты дышишь, выдыхаешь, выдыхаешь, она продолжает течь. То же самое, ты просто сидишь и наблюдаешь. Вот оно движение. Раз, вот так. Жим, вот оно. Жим. То есть я как будто сажусь, а руки вперед уходят. Видите, я назад, а ручки вперед. Так, жук. Так, оп. И все остались. Ну как? Идет постоянный столб? Идет. Хорошо. А теперь вдох поднял все это, и оно продолжает идти. А на выдохе ты начинаешь чувствовать, как прохладная такая, скажем, такая платиновая энергия света, серебра, почти белого цвета, она так вниз. Такой прохладой, такой обалденной, так она, прям как будто звезды такие прохладные сыпятся, как будто снежинки, снег, водичка, душ, дождь, то есть она такая, скажем, прохладный свет, если можно так его назвать. Свет не бывает холодным, а вот он прохладный.
И ты таким светом дыхай и спускай вниз, чтобы оно ушло туда вниз, в землю. Посмотри, как ты дышишь сейчас. Вообще вся усталость прошла. Чувствуешь? Даже натяжения никакого нет. Все такое прям как облака, как туман. Но все, оно форма продолжает быть. И также ты ноги направляешь туда вниз, а руки давишь на себя. Но это уже даже не давление, это какое-то мягкое падение. То есть как туман, он садится туман, и он такой. Вот он тайчи, как туман. Ты теряешь свою какую-то плотность, форму, она все такое. А теперь оставь течь сверху вниз, продолжай, поднимай вдох и поднимай горячую энергию из земли, чтобы она ушла туда вверх, а параллельно на выдохе ты контролируешь, как прохладно космос спускается вниз. Опять вдох, ты продолжаешь контролировать оба, но оставляешь течь прохладу космоса и поднимаешь энергию Земли. И потом то же самое обратно, то есть отпускаешь на выдохе энергию космоса и поднимаешь энергию Земли. И вот она, поднятие, опускание. Вот она диаграмма тайчи, когда два карпа плавают. И вот оно движение. И оба поднимаются и опускаются. И в максимальном янь присутствует минимальный инь. То же самое наоборот. То есть ты полностью. Вот оно. Вот они обе две. И все. И у тебя вот этот поток. Потому что то, что мы видим, вот это колесо, это всего лишь ствол, в котором крутится вот это вот ДНК, вот эта вот энергия, вот этой молекулы космоса, энергии, вот оно все. Оно трехмерное. И даже не такое, а во всех плоскостях. Поэтому тайчи – это в первую очередь движение самой энергии, которую мы пропускаем через себя. И стоишь. И чувствуешь на вдохе, поднимаешь энергию Земли, кипяток, жар такой, мощь. А сверху в тот же самый момент опускается такая свежесть, прохлада. И одновременно ты чувствуешь, и как поднимается энергия, и как опускается энергия космоса. И это все тайчи. Надавливаешь. И также мягко отпускаешь, но держа эту плотность, придавая ей легкость.
надавливает. Она продолжает, ноги туда уходят. Находясь в этом состоянии, слушая птиц, слушая рок, имея вот это внутри, вот этот танец энергии, держа внутри, ты можешь думать о чем угодно, ты можешь проектировать, ты можешь мечтать, просто слушать птичек и рок. Ну, рассказывай, какие ощущения у тебя внутренние. Я приближаюсь к этому парению. Начинаешь испаряться? Голос ушел. Вот это балдежное присутствие. И голос такой мягкий, такой, да, глубокий, грудной. Даже говорить не хочется. Приятно. Просто осознавать. Птицы поют. Очень классно считывать, когда ветер дует. Как тонкость этого движения. Чувствуешь тепло в руках? Да. Вот так по кольцу, вот так, прям по этой части тепло, она даже мокрая. Спина все мокрая. Вот, прогоняет это тепло просто так. У меня бицепс очень сильно. Потому что ты пытаешься согнуть, а ты попробуй придавить. Вот так. Ты должен надавливать, а ты пытаешься притянуть. Понимаешь, смотри. Одно дело надавить, другое дело притянуть. Это старые знакомые подтягивания. Вот так. Они вот так. Понимаешь, что ты делаешь? Делаешь вот так. Она делает, берешь так. Вот так оно. И оно все здесь. Вот. Вот оно идет назад. Вот так. Вот так сюда. Тут товарищ, он прям весь. Конечно, он даже не горит, а вот пищит просто. Как будто опять 5 минут на спине катался. Ну как, давай, делись ощущениями. Оно все такое, хорошо. А в спине вот
той части, которая противоположной груди. Такое все прям, не знаю, вот такое, куски стекла друг с другом. Ух ты, веселые картинки. В ведре мешают. Такие, знаешь, большие, острые, вот, вот так вот оно все. Вот, остальное все с кайфом. Вот эта вот часть. Как ты красиво делаешь. Потому что понимаешь движение каждого суставчика. Все оно перекручивается. И это тоже тайчи, потому что ты на попе ходишь. То же самое красивое движение тазом, тун-тун-тун-тун. Плечики то же самое. Ничего нового я не сделал сейчас, чего ты не делаешь, когда ты ползаешь по полу. Змейкой, гусеничкой, вот это все движения. Только ты делаешь плечами. А тебе должны двигать таз. Нога, толчок, идет движение. Бум. Вон, смотри, выдохнуто. Раз она сюда вышла. То есть ты просто берешь так. Вот то же самое отсюда так. Тык, раз и все. Понимаешь, то есть ты делаешь не руками подъем, а ты берешь тазом ногой так. Поэтому таз. Попробуй сейчас сделать движение тазом. Ходи. А таз твой будет двигать. Вот попробуй двигать таз, а не плечи. У тебя все тело будет двигаться, как потому что начало движения из глубины идет, а не так, что здесь просто. Вот это непонятно. Даже так я не могу двигать. Просто надо вот так положить. Все идет автоматом. Любое твое движение, когда ты привыкнешь к этому, у тебя будет все ощущение вот этого. Так. Что с дыханием было? Хорошо все было. Ну что, завтра сможешь повторить, что мы сегодня сделали? Смогу. Давай. Ну вот, то есть делать вместе это хорошо, а сам повторять, то есть вот так ты можешь в этом состоянии пропускать любую энергию, все что угодно. Конец света будет вокруг, а ты будешь такой, как это, последний раз, когда я еще увижу такой большой бум, взрыв, понимаешь, и как раз пух, я сварюсь, а все такие, а ты такой. А? Риск к сумасшествию, да? Ну, лучше умереть счастливым. Чем, понимаешь? То есть, ну, все, ты сидишь, представь себе, вот этот, там, не знаю, ты дошел, что-нибудь такое, вот, кино, например, да? Когда ты еще увидишь вот такой вот пейзаж из йоги? Сегодня последний день. Что мы будем делать? Побежим спасаться куда-нибудь. Больше не будет йоги. Торгут сейчас, вот через 29, 28. Что сели? Раз, я предпочту тайчи поделать. Раз, так встал. Пуф. И оно такое все. Комарики прилетели. На ушко мне уже рассказывают. Хорошо. У меня где-то по соседству живет Сноман Кот. Каждый раз, когда я свою практику подвожу к концу, он приходит. Интересно, а, нет. Мне нравится. Ну, то бишь, я ему. Он, потому что халтурщик, он хочет с тебя энергии поднять. Вот, а как от него, ну, защититься, скажем так? Ну, то бишь, можно кота пинать. Да. Мы же люди более тонкие. Да, очень просто. Ты покупаешь маленький пистолетик с водой. Подходишь, он пск-пск-пск. Все, продолжаешь дальше делать. Опять так пск-пск-пск. Все, через 2-3 дня он поймет, что ты псыкалка, и к тебе подходить не будет. Все. Коты, они умные. Надо быть умнее. Кот не может пистолет купить, а ты можешь.
Ну, только не настоящие. А ты скажешь, застрелил кота. Коты они такие. Мешают, пока никто не пристрелит. То есть водичкой так шик-шик-шик. И все. А он еще по крыше у меня бегает дома. Ну, там повеселее. Что, тогда купи нормальный пистолет. Тоже пистолет. Пневматический. Ни один, ни одно животное впоследствии не пострадало. Наверное. Но это останется. Кот, по крайней мере, будет жить в двух. В двух мирах. Он будет вечно живой, потому что кто ли потом впоследствии его полюбит. А во втором версии он будет... ему будет вечная память. Ну все. Давай. Куда потом эти видеоматериалы используются? Еще бы, наверное, пока они сейчас даже держатся там. Опубликуется, конечно, для всех желающих постичь счастье мира. Конечно, если ты станешь потом президентом Российской Федерации, ты можешь их потребовать назад. Но мы с тобой договоримся. Будем, в роли Распутина современного. Будем посмотреть. На момент выборов будем закрывать доступ, а когда уже у тебя изберут, тогда откроем заново доступ, покажем, какой ты был многообещающий кандидат в молодость. Ну что? У тебя есть еще ученики?